непривычно. Всем привет. Змеи ездят, друзья мои. Поставить цветочки. Путешественница. Решили выпить кофейку. Ну как у нас проходит праздник? На отношениями в семье нужно работать. До встречи. Привет и доброго утра, друзья мои. Вот что делаю я. Сегодня день такой, йога, с йоги начался. Вот вещи перегладила. Здесь тоже перегладила, и там перегладила, и здесь перегладила. И потом решила почистить утюг, да, от накипи. У нас же, вы знаете сами, какая вода ужасная. И посмотрите, тут вот так вот я вытащила, да. Я специально этот утюг дорогой, как говорится, самой последней марки. С фильтром он. Марка какая? Сейчас я скажу вам, господи. Фильтр, Марк. Тефаль. Я вам показывала раньше, крутой. И вот посмотрите, сколько внутри накипи. Вот это все собирает накипь. Вот видите, она как соль там. Вот это все сейчас я высыплю. Полное было, полное. Надо чистить почаще, наверное. Вот это накипь спасает, а то у нас столько утюгов, почему портится. Все от этого. Вот оно что там делает внутри, посмотрите. Видите? Сейчас я это все вытру, почищу этот утюжок. Он остынет, горячий. Только закончила. Почему-то сегодня решила, думаю, надо посмотреть, как это вытаскивается. Что там есть, что-нибудь. Ну все, пошла я, значит, чистить и мыть. Почему я не пошла на море сегодня? Потому что я сегодня собираюсь идти к моей Олечке. Она мне будет преображать. И вот посмотрите, сколько накипи. Я только раковину помыла. Вот, смотрите. И в пакет еще. О, посмотрите. Вы видите, что творится? И он такой горячий. Вот защищает. Защищает. Утюг. Ну все, буду чистить, пить кофе. Всем привет, друзья мои. Я собралась идти к моей Олечке на преображение. Какая жара, я. Это кошмар. Надо было шляпс взять с собой. Потому что можно получить солнечный удар. Сейчас я здесь, ой, какие дела у меня. И сяду на маршрутку и поеду. Очень жарко. В общем, ждите результатов. Со мной происходят чудеса. Хотя мне сказали, что я уже не знаю, чем заняться, от скуки с ума схожу. Так, друзья мои, иду. Я опять проехала, потому что у меня на ручках сидела такая девочка, лапуля Мирочка, 3 годика. Вот она такая разговорчивая. Заговорили с ней. Она ехала с бабушкой. Такую жару, такая хорошенькая. Даже не успела сфотографироваться с ней. Ну, я надеюсь, что, может, мы с ней как-то встретимся. Потому что она мне очень понравилась, а я ей. И я бегу, лечу, долго ждала маршрутку. На Теджи, блин, как долго маршрутку надо ждать. Пипец, вы видите? К Оле надо ехать вот так вот, где этот мост. Затем возвращаться направо. Вот говори, все, и прямо идти до моря. Вот кто-то из вас там ноги пишет, Светочка, не стригитесь, ну смотрите, какая жара. Хвостики я не могу собрать, посмотрите, и 2 хвостика надо. Ну не буду же, как дурочка, с переулочка. И невозможно это, друзья мои, невозможно. Как-то надо какой-то цвет покрасить, чтобы не больше, поменьше краситься сейчас. Я извиняюсь, я так говорю в попыхах, запыхах, черт знает что. Почему? Потому что я в негодовании, что я вышла рано, 12, опаздываю. Мои дорогие, крошусь. Представляете, так приятно, как Олечка в моей головке каждую волосиночку
покрасила, смотрит, что я отключилась, заснула. Музычка такая, прохладненько, кондиционер. В общем, не знаю, друзья мои, что у меня будет на голове, но думаю, очень красивая. Видите, какой цвет у меня? А, это мои волосы. Так щадяще она все смотрит, чтобы у меня каждый волосочек покрасился. Просто профессионал своего дела. Друзья мои, вот так я выгляжу. Сначала меня осветлили очень все честно с помощью фольги. И сейчас я нанесли краску и жду своего часа, а потом будет стрижка. Отдыхаю так классно здесь. Олечка имеет золотые ручки, она дышит над каждым моим волоском. Просто рекомендую вам, вы сохраните свои волосы и получите великолепное удовольствие. Посмотрим, что меня ждет. Но очень хорошо отбелила. Я сначала отбелила все, то есть отбелила, осветлила все корни, потом волосы. Все это делала она мне поэтапно. И сейчас ждем, когда подействует красочка. Отдыхаю сегодня по полной программе. Ютубу. А? Показать тебя? Что? Тебе показать Ютубу? Это как показать? Я видео записываю. Тебя можно показать или можно. Нет? А, вот я хотела сказать. Вот моя фея. Фея-волшебница, посмотрите. Олечка. Я уже много рассказала хорошего про нее. Вы это знаете, она еще не слышала. Но потом послышит. Вот такой у меня итог. Видите, пришла с прической, а вот и ухожу с бантом. И вот и я, друзья мои. Ну как я вам? Посмотрите. Классно, правда? А кто это сделал? Ну, действительно, моя фея преображила меня, видите? Вот познакомьтесь, я вам говорила, сколько раз рассказываю, что у нее золотые руки. Она над каждым моим волоском дышит. Она столько, я аж 5 часов у нее сижу. Мой Ашким звонит, ты где, говорит уже. А вот итог. Главное, результат. Да что ты сделала, расскажи, ну-ка. Мы выходим сейчас из мелирования. И сегодня была щадящая техника осветления корней. Скажем так, это немного промежуточный результат, потому что когда выходишь из мелирования, да, ну, чтобы не повредить белые волосы, нужно работать очень аккуратно. Вот. Но сегодня мы сработали такой новой техникой, вот, которая не палит волосы, так как мы отращиваемся с Светочкой. Вот. Но при этом подстриглись коротко. В эту жару как раз хорошо. Летний я вариант. Очень довольна, особенно то, что у меня волосы, корни светлые. Мне кажется, я помолодела сразу, и вам понравится. А особенно вот этот мой затылок, посмотрите, рисунок какой. А, изюминка. Это моя фишечка. Да. Надеюсь, вам нравится. Ставьте лайки, пишите комментарии. Ставьте лайки, подпишись на мой канал, нажми на колокольчик и на все уведомления.